Страсбург, один из самых красивых городов Франции. Приход Русской Православной Церкви был зарегистрирован здесь 10 лет назад. Практически сразу он получил статус ставропигиального, то есть оказался в непосредственном подчинении патриарха Московского и всея Руси. Это решение было принято в связи с организацией представительства Московской Патриархии при Совете Европы. В 2007 году был найден вот этот гараж, в котором сейчас находится храм. Он был совершенно другого вида. Здесь был раньше небольшой ресторан, поэтому пришлось все здесь переделывать, полностью перестраивать внутренние помещения, приводить их в порядок. И, собственно, был привезен из Москвы иконостас, были постепенно собраны иконы. И с 2007 года здесь вот община начала молиться. И в том же году, осенью, ее посетил святейший патриарх Московский всея Руси Алексий II. В память о приезде патриарха Алексия II осталась вот эта икона святителя Алексия Московского. Вместе с патриархом Алексием приход всех святых посетил тогда председатель внешнецерковных связей митрополит Кирилл. Так что, можно сказать, этот скромный храм посетили два русских патриарха. Удивительным это может показаться только на первый взгляд. Дело в том, что Страсбург и его окрестности – земля с глубокими христианскими корнями. Икона Божьей Матери Страсбургской – напоминание о победе короля франков Хлодвига над германцами. По преданию, Клотильда, супруга короля, убедила его в том, что своей победе он обязан заступничеству Пресвятой Богородицы. Еще одна храмовая святыня – икона преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей. В 30-х годах прошлого века одна местная жительница уснула в своем саду, и в тонком сне ей было такое видение. Идет к ней по этому саду Франциск Ассизский, и ведет за руку такого старца седовласого, которого сияет лицо, оно как бы находится в солнце, и от него исходит такая любовь, теплота. И вот Франциск Ассизский указывает на этого старца и говорит: «Истина в его церкви». И эта женщина тут же проснулась. И она сразу же подумала, первая мысль, которая пришла в голову, это русская церковь. Это неудивительно, потому что в то время как раз приезжали русские мигранты в Европу, были страшные события в России, гонения, преследования церкви, поэтому это все было на слуху. Немного позже она пришла своим мужем в комнату рабочего, русского рабочего, которого они наняли для работы у себя в доме. Посмотреть, как он устроился. Кого было ее удивление, когда она увидела в углу комнаты икону преподобного Серафима Саровского, и она узнала в нем того старца, которого она видела во сне, вот в этом тонком сне. Одна из главных святынь прихода – икона веры, надежды, любви и матери их Софии. Эти святые мученицы претерпели мучения и смерть за Христа в 137 году при императоре Адриане. Вместе с отцом Филиппом едем в небольшой городок Эшо, расположенный в 15 километрах к югу от Страсбурга. Православные приезжают сюда каждый месяц. Дело в том, что здесь находятся мощи святых мучениц. В 777 году они были принесены сюда из Рима. С тех пор Эшо стал центром их почитания в Европе. Первоначально здесь находился женский монастырь. Его главный престол был в честь Пресвятой Богородицы, а два боковых предела посвятили святым мученицам вере, надежде, любви и матери их Софии, а также мученику Трофиму. В XVI веке, чтобы не дать надругаться над мощами сторонникам реформации, сестры спрятали святые мощи где-то на этом кладбище. По другой версии, мощи исчезли в годы 30-летней войны между католиками и протестантами. Второе принесение мощей из Рима Святой Софии было совершено в 1938 году. Часть мощей поместили в раку, а другую – в реликварий для всеобщего поклонения.
все селиться, приемлем матери очадик исчелящуюся. Я же яку мудрость эта изуменитая, тройственным богословским добродетелям равночисленно породи. Тесно невестившаяся жениху Богу Слову, с ним и духовных памяти свеселимся глаголюще. Троице поборницы, вера, любви, надежда, вера, любви, надежда, утверждайте нас. Ученица София, моли Бога о нас. Иди, поцелуй. Мощи святой сядь. В храме святого Трофима находится еще одна христианская святыня – частица животворящего креста Господня. Промыслительно, что эти две святыни пребывают вместе, так как память святых мучениц всегда совпадает с попразднеством воздвижения креста Господня. Возвращаемся в храм всех святых. В будний день на литургию прежде освященных даров собралось много молящихся. Кто эти люди? Какими путями они оказались в русском храме вдали от Родины? У нас есть некий миф, что за границей живут только богатые русские люди. Они приезжают здесь, имеют свои счета, отстраивают храмы. Такие тоже есть. Я бы сказал, на нашем приходе их пока нету. Здесь вот наш приход, он очень состоит из людей очень скромного социального достатка. Людей, которые, приехав во Францию, многие из них живут просто на социальные пособия, живут в социальных квартирах. Они долго, по многу лет получают документы на свое существование здесь, гражданство. И вот представьте себе, то человеку надо решать заново самые элементарные параметры своего материального бытия. Кто-то приходит, чтобы найти соотечественников. Кто-то, может быть, приходит с расчетом получить некую поддержку, получить в том числе финансовую поддержку. Или найти работу, с кем-то познакомиться и найти работу. Причин может быть очень много. Приходят французы, которые ищут истину и принимают крещение. Пути разные. Но каким бы ни был первый порыв прихода в храм, он может всегда измениться. Надо всегда помнить, что человек – это очень динамическое существо, что он может прийти по одной причине, но открыв для себя что-то другое. Здесь мы с 2006 года уже, то есть наши детки здесь родились оба. Вот Саше нашему почти 5. Вот, и Софии ей 8 месяцев. Так что с самого рождения они здесь в храме. В родной стране были так, может быть, все родное, всего хватало. Да сейчас, конечно, мы очень скучаем по России, очень хотим туда вернуться. И поэтому для нас храм – это как, ну вот, может быть, кусочек нашей Родины. И очень, очень большой и важный кусочек. В Страсбург я приехал в 2011 году, и меня взяли на работу в Европейский суд по правам человека. И сразу же я захотел найти православный храм в городе. Для меня является важным то, что в стенах этого православного храма совместно молятся представители разных стран, разных национальностей, невзирая на вот сейчас такие вот отношения между Украиной и Россией. Мы все вместе молимся бок о бок единому Богу. И к нам приходят грузины, сербы, греки, французы. И для меня это очень важно. Для меня это очень символично. Я считаю, что это очень важный такой символ, то, что представители разных национальностей молятся в одном храме, единому Богу. Этот храм является православным, это тоже очень важно. Мне, как французу, было сложно найти православный храм. Я приехал из Британии. Там православную церковь не часто встретишь. По счастью, я оказался на учебе в Страсбурге и быстро нашел координаты этой церкви.
Я хотел познать истинную веру и войти в Церковь Христову, и должен сказать, что как опыт это нечто экстраординарное. Я был крещен в Страсбурге в храме Московского Патриархата и чувствую себя здесь на своем месте. Я не жалею о своем выборе и обращении в православие, потому что эта вера живая и очень многогранная. Одно из главных событий в жизни прихода – строительство православного храма в русской традиции, который ведется в центре Страсбурга. Строительство храма двигается, слава Богу. Ждут его, мне кажется, всем миром ждем, когда он, конечно же, у нас будет построен. Хотелось бы, чтобы он, чем быстрее он построится, тем лучше, потому что то место, на котором он стоит, оно очень мобильное, и в центре города находится, все европейские институты рядом. Район оранжереи, Рарбицоу, такой очень престижный, хороший район. Там и детская площадка, детские парки. Очень много людей с прогулками выходит туда с детками. И там, если церковь наша будет стоять, величать, то это будет очень радостно, конечно, всем. Очень хочется. И автобусы ходят, и остановочка рядом, и на машине можно, пешком, и на велосипеде. То место, на котором будет стоять храм, оно очень благоприятное и удобное. Ждем-с. Отец Филипп показал нам место строительства. Решение предоставить здесь землю муниципальный совет Страсбурга принял в 2011 году. Участок выделен на берегу живописного канала Марн, впадающего в Рейн. Первым делом установили православный крест. Уже полностью вырыт котлован под храм и приходской центр. Идет сбор дальнейших пожертвований. Храм будет свидетельствовать о живой православной вере в центре Европы и укреплять позиции христианства на всем европейском континенте. Прототипом строящегося храма стала церковь святителя Николая на Валааме, когда-то восхитившая приехавшего на остров писателя Александра Дюма. Мы снова возвращаемся в приход. В дни Великого Поста здесь каждую неделю читают Евангелие. Сегодня читают Евангелие от Марка. Гулко звучат в притихшем храме слова евангелиста. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте стези ему».